Всем привет, меня зовут Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. Так, в прошлом эпизоде, если я не ошибаюсь, я уже, если честно, даже не помню, но вроде мы искали камушки, вот для Пикачу уже есть 7 Тандерстонов, еще вроде 2 не хватает. Вот, кстати, наш Пикачу вот тут, и я думаю, что вот эту фигню с Гуардоса я сниму, так как я, если честно, не знаю, но я думаю, я ним пользоваться толком уже не буду. Как я уже говорил, наверное, много раз уже докачаю Драгонейра и, наверное, буду качать Абру, потом Мачопа, а потом, ну, посмотрим. А, кстати, всегда забываю вызвать Иви, так вот, вылечить, чтобы, ну, она выигрывала ту фигню, чтобы прокачаться. Да, я не остановился на том месте, где я обещал в прошлой серии, как уже было несколько серий, чтобы продолжить как бы путешествие. Я вернулся домой, увеличил вот покемонов, сделал, сколько здесь, 30 ультрабол или чуть-чуть меньше, ну где-то так. И думаю, все, это сюда. Файрстон мы выбили сундука. Думаю поставить вот сюда. И думаю, все, можно идти дальше. Так, ничего не забыл. Я, кстати, решил, ну, на всякий случай носить с собой мастербол. Ну, вдруг его знает, что там будет. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я. Так, немножко музыку убавить, да, еще даже больше. Вот так. И ну и в этом эпизоде, я думаю, я уже просто-напросто пойду покачаю покемонов. И думаю, все, да, просто буду качать. Ты как... Ну, спасибо, что сразу напал. Мне как-то лучше даже. И как Хантера. Ну, всех по порядку, как обычно. И... Шаризард. Два удара. Я думаю, что я сейчас не буду, ну, как бы на большое расстояние отходить от своего дома. Хотя нам нужно еще найти вот те, ну... Ах, ну те фигоньки, вот, Thunderstone, еще 2 штуки, чтобы уже успокоиться. Сколько ты уже имеешь этого? Ну, нормально. Так, можно бежать дальше. Можно даже найти каких-то таких покемонов, которых Иви может убить даже сама. Так как она, когда убивает сама, если бы ты еще попадала, когда она убивает сама, ей дает вот те, как бы, поинты еще больше. А когда убиваешь, например, всеми покемонами сразу, как я это делаю, чтобы выиграть опыт, не дает. Ну, сейчас, я думаю, даст. Так, сколько? Было 73 или... Нет, 71. Нет, так как и было. Ха, значит, я ошибся. Ну, ладно. Я не знаю, в каком направлении бежать, если честно. Побегу в этом. Да, забыл я waypoint поставить. Ну ладно. У меня просто как-то, ну, переустанавливал, ну, Майнкрафт. Какая-то там ошибка была, крашился. И, к
Кстати, вот этот мод Pixelmon не идет с модом Optifine. Я уже много раз пробовал. Не знаю, может у вас пойдет, но у меня почему-то вообще никогда не, ну, не идет. Я уже где-то пробовал много раз и, ну, например, захожу в игру, 2-3 минуты я спокойно играю, потом всегда крашится. Не знаю, с чем это может быть связано. Фух, ну, неважно. Опять забыл вызвать Иви. Еще там не очень много, ну, и не очень много, и не очень мало, чтобы прокачать уже ее наконец-то. Ты какой уровень? Нет, мелкий. Нам бы тренеров покемонов найти, чтобы, ну, 40-х уровней, допустим, чтобы нормально было, можно было прокачаться на них. Так, ты сам на нас напал. Я не буду менять всех покемонов, так как не вижу смысла, он маленький уровень. Пойду вот дальше. Иви, да, ходит за мной. И видел тут тренера того покемонов. А, вот тут он. 35-й уровень. Ну, пусть будет. Рискнем. Хантер. Старый. Я знаю, сильный нет. Уже бы этих закаменелых покемонов прокачать нормально. А то, не знаю, уже когда их словила, они еще до сих пор толком и не прокачаны. Я понимаю, что это покемон воды, но чтобы так сильно... короче. Ладно. А, сейчас еще и этого убью, да? Я так понял, зря я это сделал. Вообще напал на него. Так, это покемон... какой нафиг покемон? Тренер, как бы... покемонов воды, водных покемонов. Да, зря я это сделал. Какая-то эта старми очень сильная. Д ну бей уже, ну, да, ну это пипец какой-то. Да, всех моих покемонов перебил. Да твою ж фуражку. Так, попытаемся убежать. Получится, не получится. Нет, you can't. Ах, твою ж... Ну чё теперь? Убьет всех наших покемонов? Да ну нафиг. Это... Твою ж... Ах. Да. Попал я, короче. Я честное слово, я не знал, этот покемон такой сильный. Старми. Ну, можно считать, вся моя надежда просто на Шаризарда. Так как все мои покемоны, которые сейчас при мне, можно сказать, что я их просто-напросто таскаю за собой и понемножку прокачиваю. Да так оно и есть. Ах. Ну, бей уже этого покемона. Ну, иду домой, быстренько вылечусь. Вот это капут. Один покемон убил всех моих покемонов. Ну да. Иви, можно сказать, урона и не имеет. А Нори... мне кажется, тоже не имеет на вот на вот на таком уровне, какой он сейчас есть. И Кабуто тоже, думаю, сейчас не очень много урона имеет. Драгонеры я не знаю. Ну, более-менее. Но я всегда Шаризардом первым убиваю, можно сказать, всех покемонов и, ну, противников. И прокачиваю основных покемонов. А вот опять два Иви. Да ну нафиг. Опять заспаунились. Я не знаю, нужны они мне или нет.
Так как у меня вот тут один Иви и в компьютере один Иви. Ну, допустим, этот Иви у нас будет физический покемон, а вот тот Иви или покемон тьмы, который можно как бы сделать, прокачивая его ночью, Одного покемона, которого у меня нет до сих пор, это покемон, ну, дерево, листвы, до сих пор нету. Я думаю, если вот так распределить, все нормально, то будет один покемон физический, которого у меня нету. Да, чё ты? Я так понял, его еще один покемон бьет. Вот тот Арбок. Я, если честно, вот так понял. Потому что... Вот, Арбок его бьет, Арбок его бьет. Че за глюк? Так, идите вы нафиг. Убегаю, убегаю, убегаю. Это... Хрень какая-то. Еще раз? Или этот... Да твою ж... Что ты за лаги какие-то? Как я могу напасть на того покемона, который уже дерется с другим? Я что-то вообще не понимаю, если честно. И не могу бежать. А, вот, убежал. Тонет. Все? Можно нападать? Нет? Ты вроде уже ни с кем не дерешься. Да ты не дрался, как я видел. Чуть-чуть, да. Все? Фу, слава... Да, вроде все. Это вообще лаги какие-то, баги. Я еще один ультрабол использовал и даже, наверное, не начал ловить покемона. Так как он... Ну, короче, я думаю, вы видели. Так, еще раз гипноз. Еще раз гипноз. Так как не подействовал. Еще раз. И сейчас... Ну да, я думаю, вот так будет нормально, если я, например, не найду Бульбасавра, который как бы не убью сейчас, нет, который как бы покемон листвы, если я его не найду, то если я поймаю вот этого Иви, то можно считать, у меня будет один Иви физический, один Иви тьмы и один Иви... Бум-бум-бум-бум-бум, ну, листве, ну, дерево, я не знаю, как это можно назвать, я думаю, вы меня понимаете. Так. Ну, что-то вообще не ловится, ничего. Ну, ловись уже. Да, ну, что ты так плохо... Что-то мне вообще не везет сейчас. Нет, убью, убью, убью. Нет, не убил. А сейчас убью. Ты вообще мажешь по нему. Ну, это капут уже какой-то. Ну ладно, все, короче, не нужен нам тот Иви, и только... Ладно. Постараемся найти Бульбасавра потом. Да, кстати, он потерял три вот той фигни, и не знаю почему, умер, наверное, и поэтому потерял. На этого я не буду нападать тоже, он сильный. Вообще, какая-то беспонтовая серия сегодня получилась. Я, если честно, даже не понял, что я теперь делаю, бегаю куда-то. Ну, я думаю, вы, короче, поняли.
Не нападаю ни на кого, только проигрываю. Вот, ну как это возможно, чтобы покемон 23 уровень Иви проиграл от покемона 13 уровня Иви? И вот этот Иви мой по нему даже ни разу не попал. А вот тот ему как бы с одного удара почти 30% жизни сносил. Ну это вообще какой-то... Еще на тренера покемонов неудачного напали, конечно. Этот Стармий, ну это вообще капут какой-то. Не, ну серьезно, серия какая-то... Ну я не знаю, что делать. Я думаю, все-таки лучше так, как делать так, как я делал. Ну, я думаю, понимаете, вызывать Шаризарда и летать по миру, искать вот те горы, чтобы... Ну, чтобы еще найти два Тандерстона. Найду, я думаю, сразу прокачаю Пикачу, да и все, и не буду париться. Или сначала прокачаю вот уже наконец-то вот этого Драгонера к Драгонайту, чтобы уже кинуть его в тот компьютер, чтобы тут не мешал нам. И начать прокачивать Абру. Психического покемона. Еще постараюсь найти Сквиртла. Если найду. Так, Иви вот тут. И бежим, бежим, бежим. Я не знаю, сколько уже эта серия идет. Где-то, может, минут 20 и... Да, я думаю, вы так... Я думаю, вы таки будете думать, что серия достаточно таки скучная. Просто как-то действительно не везет. Ладно, еще и ночь. Покемонов и нету толком. Я тут был уже сверху на вот, ну, типа в этом поле. Думаю, что да, не знаю. Короче, да, я что-то так парюсь, что у меня же Шаризард есть. Ну это вообще капут. Иди сюда. И летим нафиг отсюда, вот вообще ничего нету. А ну, через текстуры никого не видно. Какие-то покемонов. Нет. Ну, в принципе, да, в пустыне нормальных покемонов вообще найти невозможно. Да, летим. Вот тут я вроде еще не был. Вот в этом как бы диапазоне гор. Или был все-таки. Или я в другом районе был. Я, честное слово, я даже не знаю. Ну бежим ним так. Иви. Сразу вызвать Иви, чтобы выигрывал. Я не знаю, я тут вроде был. А, еще раз вызову Шаризарда. Да не сюда ты лети, а в другую сторону. Я не знаю. Но нужно посмотреть на горы, если там есть Тандерстоны, значит не был. Вот там я вижу Шармеллиона или Шаризарда. Видите, там далеко такой огонек горит. Даже два или один. Ну, неважно, ну короче, там Шаризард или Шармандер или Шармеллион. Ну, спускаюсь я, наверное. Я думаю, вот тут я еще не был, в этом районе этих гор. Если нет, я уже сейчас сразу найду или постараюсь найти еще два камня Тандерстона для Пикачу. И да. И я уже, короче, я не знаю. Был я тут, не был. Ну,
Ну, чё ты хочешь, 13 уровень? Ну, на чё-то надеяться. Да, всё-таки я думаю, что я вот тут был. Всё-таки думаю, что да. Ну, хотя пройдусь ещё туда, может, там что-то найду ещё. И нифига я тут не найду. Короче, вообще серия, можно сказать, какая-то... Не знаю даже, как это сказать. Кумарнутая, ничего нету, ничего не нашел. Только покемонов своих убил раза два-три. Ну, три нет, а что там наш Аризар делает, вот. А, ну вот, кстати, можно еще на этого напасть. Фиро, или как? 39 уровень, для прокачки неплохо. Как на него попасть? Я так понимаю, что в землю кидать нужно. Или как? А, нет, в него. Ну, иногда так, иногда нет. Вызываем Хантера. Вызвали. Вызываем Анорита. Вызвали. Ну, да. Вызываем Кабуто. Вызываем Драгонейра. Вызываем, как всегда, Шаризарда в первую очередь. И убиваем. И давай уже, убивай, ну убивай, ну убивай. Все, убили. Так, Драгонейр. Я уже думал, что после этого боя уже прокачаю Драгонейра. 39 уровне уже думаю, не буду париться. Просто-напросто использую вот эти все рар кенди и прокачаю его. Так как качать его к 50 уровню, это запариться можно, если честно. Сколько у него там не хватает? Нет, не этого, вот этого. Да. Ну, еще немножко. Уже прокачать его нафиг. Не знаю почему, но он меня уже бесить как-то начал. Даже не буду всех покемонов как бы использовать. Просто-напросто уже убью ну, постараюсь как бы чем побыстрее убить покемонов, чтобы уже наконец-то прокачать Драгонейра. Сколько еще? Ну, еще немножко. Было немножко, осталось немножко. О, яблочки. Три яблочка, это то бишь еще три рар кенди. А вот, кстати, тот покемон, которого я хотел показать в предыдущем эпизоде. Боевой покемон. Я думаю, я не буду его ловить, так как нету смысла. Ну, просто так, вот, кину. Словится, словится, нет, так нет. Ну, конечно, что нет, я думаю. Да, думаю, что нет. Нет, не словился. Ну, бежим дальше. Так, я уже не знаю, сколько эта серия идет. Кстати, завтра, как я говорил, 22 числа у меня день рождения, поэтому я думаю, выставлю где-то 2-3 серии. 3 не знаю, ну 2-2 100% выставлю. Даже 1 000 000%, что два эпизода будут, да. В этом можно не сомневаться. Ну еще, ну давай уже прокачать этого Драгонейра и... Ну уже давай, 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 давай. Я не знаю, на каком он уровне прокачается в Драгонайта. Я думаю, где-то на 50-м. Ты слабый. Уже думаю, да, прокачаю вот Драгонейра. И думаю, на этом можно заканчивать. Хотя еще неизвестно, сколько я его буду прокачивать. Так как видите, что мне сейчас что-то не очень везет. Ну, сейчас играть. Не знаю почему, у меня просто такое чувство какое-то. Ничего нету, ничего невозможно найти. Никакие покемоны. Никаких нету. Ах, ладно, бежим, бежим, бежим. А, продолжаем бежать. Ну, покемоны. Появитесь, нормальные, не вот такие. 11 уровень. Вот, на тебя можно напасть. Убить.
Быстрячку. Давай, 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 еще два удара. Нет. Еще сколько? Хреново, он нас в гипноз кинул, я так понимаю. Ох. Да, убил Шаризарда. Зря я это сделал, я так понял. Да, ну наконец-то! Пофиг, какой я тебя и так использовать не буду. Так, иди сюда. Раркенди вот, ну, хоть куда, вот сюда. И качаем его. Так, 41-й. 45-й. Драгон, ну, пофиг. И... Дра... па... Да на каком ты уровне прокачиваешься? Я думал на 60, ну на 50-м. Никто так вот так говорил. Зря я, короче, только Раркенди использовал. 11 штук. Я уже мог прокачать нашего Шаризарда так же, как и Драгонера. 50-му уровню. Реально что-то не везет. Ну, я не знаю. Я, короче, еще посмотрю, на каком уровне он прокачивается в Драгонайта. Если где-то на 50, там, первом, втором, третьем я его уже прокачаю. Если нет, уже пошлю его нафиг, иди в компьютер. И уже, короче, выберу Абру и, короче, все, иду его качать. Да. И вот, да, все. На этом, думаю, можно заканчивать. Еще раз извините, если серия какая-то скучная получилась, потому что мне так кажется, что действительно как-то вообще неописуемо получилось. Ну, короче, да. Ну, спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.